здесь. А он же не работает. Все пишет. Поехали. Пишет, да? Приветствуем любителей предметно-материальной истории. Сегодня в гостях у Петровича и будем заниматься заменой бутылки в светильнике «Радуга». И заодно попробуем разобраться, что же за хитрая жидкость там находится. И к вам, дорогие зрители, огромная просьба, если вдруг кто-то знает, что же на дне вот этой лава-лампы «Радуга», что это за такая субстанция интересная. Будем ждать от вас ответов на эту загадку. Мы ответа пока не знаем. Так он же сейчас не вытечет. Не вытечет, нам нужно слить воду, сделать из этого воронку и перелить в новую бутылку. Ага. Водка еще пахнет. Так что, ну, да, будем. Водку выливаем, воду выливаем и нагреваем эту субстанцию, чтобы она вытекла в другую бутылку. Так. И потом ее запускаем. А это смывать не будем? Ну потом нагреется, она отклеится, когда нагреется бутылка. А это можно не... Не надо, не мучайся, Петрович. Да, потом так. Оно все отклеится. Значит, что, делаем вороночку, да? Делаем вороночку, я выливаю воду и начинаем ее греть. А зачем? Вот, смотри, вороночка. Пипирка вот. Да, пипирку выбрасываем, нужна воронка. Ну, отрезаем побольше, чтобы все глубокая была. Хорошо. Да, тут что только мне в этом выдумают. Так, ну что ж, будем проверять. Это я воду вылил на улицу. По идее, конечно, там должны быть... Вот, понюхай. Ух ты. Ага, знакомый запах, я же говорю, чем-то вот... Да. Да, аж насморк проходит. Вот, да. Слушай, ну по идее это, если их отдать вот она, в лабораторию... видите, вот эта субстанция, она твердая и никак не реагирует ни на какие шевеления и движения. Но как только мы ее нагреем, она превратится в жидкость. В жидкость, да. Нагреваем. Обычная вода из-под крана. Вот залили. Ну, застыла моментально. Говорю, какой-то кулибинский вот рецепт из детства. Ну да. Теперь ставим. Ну это можешь не. Не, надо закрепить ее лучше. Думаешь? Ну, она неустойчивая очень. Так, вот это что у тебя за провод? Нет, это у меня свет. Ага. Куда воткнуться? Ну, вон там снизу еще есть. Ага. Страшно, что могут трубы. Есть. Работает. Да, отлично. Так, протираем бутылочку. Ага, на лампочку капнула мне. Лампочка взорвалась. Да ты чего? Ну, вот это ж как раз капнуло. Так, ставим бутылочку, закрываем. Закрываем. Да,
Вот это как раз потому, что бутылка не подходит. Так, теперь вставляем шпильки. Сейчас, сейчас, подожди, там гайку выкрутить. Палец убери. Сейчас. Гаечка-то. Гаечка советская такая, военная. Ну да. С рации. Аккумуляторы закрывать. Да? Ага. Заметил? Ну да. Ну все равно наш, видишь, там не. Сейчас все. По высоте может чуть-чуть не хватить, но буду искать бутылку. Главное, что эксперимента ради все получится. Сейчас я до конца ее закручу одну хотя бы. Тихо. Все, нормально сядет все. Там резьба длинная. Да. А, ну да. Так а может и это пойдет бутылка? Да может и это пойдет. Только что, видишь, она болтается вся. Нет. Потому что дно у нее с закруглением. Видишь? Да, ну все, все. Здесь проще крутить вот эту. Надо. Наоборот. Это. Так, здесь до конца. А, видишь. Ну что, все? Да все держится, оставляй. Ну она криво. Ну, ничего страшного. Здесь. А, сейчас мы ее. Подожди, подожди, не, там не надо, вот здесь перетянули одну. А, я вот тут. Вот здесь, не, свою не трогай, вот эта длинная сама. Сейчас. Все. Да криво стоит. Подожди. Криво. Криво стоит, потому что, да, вот это все-таки. Подожди, не тяни. Тут она не откручивается, он перетянул. Так вот же. Сейчас, сейчас я эту отпущу. Вот, теперь затягиваем. Ага. Значит, напрямляется? Я ее сейчас на глаз выставил. А, о! Дядька, все, вертикупельно. Все, держи, я зафиксирую. Ага. Все, замечательно. Включаем. Так. И. Все, включили, ждем. И ждем, да? Нагрев. Да. А я зачитаю тебе вопросы зрителей. Звук такой классный. Все. Так. Уважаемый Валерий Петрович, может ли восстановить позолоту на фарфоре? Отвечаем в эту камеру. Не, ну точно. Ну, позолота на фарфоре, я да, так понимаю, да. Это какая-то каемка, которая каемка, стерлась. Да. Она но была либо под глазурной. Она над глазурной идет. В основном она это окончательная уже отделка идет, когда она покрывается вот, раствором золота и обжигается. Вот обжиговую по золоту сделать уже не получится. Не получится никак. Поэтому нужно только имитацию. Ну, это будет краска, которая все равно будет смываться. Да, да. Так что, уважаемая Ирина, не получится восстановить, как на заводе по золоту. Все равно это будет аппликация. Да. Но у вас будут вопросы, да. Да. Будут вопросы, пишите в комментариях. Подскажем. Да, если знаем. Если знаем. А то получается так, что вроде все так просто, всё да, просто, казалось бы. Да. Элементарно просто, из прошлого, 40 лет светильнику. Да. А мы в 21 веке не знаем, как ну он да, сделал. Чё, ну да, что, ну тогда смотрели, ну и что, ну там пузыри, ну плавает, ну и хорошо. Мы же занимались что, космическими кораблями.
Ну да, зато они не знали, как на компьютерах работать и смартфонами пользоваться. Да? Интернета у них не было. Ну то они развлекали себя, на светильники смотрели. Не, хотя ты знаешь, когда я прекрасно помню ту историю, когда матушка говорит: сынок, ну когда там же, что пойди проверь, когда нам телефон проведут. И я, чтобы ее успокоить, пришел: мама, не расстраивайся, телефон проводить не будет, скоро будут такие телефоны, что включишь в электричество, и он работает. Про погоду мы забыли с тобой сказать. Да! Почему-то никто не пишет про прогноз погоды, который мы составляли с 7 по 19 января. Мы составляли прогноз погоды на 2022 год весь. Ребята, поднимите свои записи и проверьте, совпало или нет. В Краснодаре все совпало. Да, четко. Вот вчера сейчас было плюс 18. Плюс 18. Сирень зацвела. В декабре. Да, в декабре. Хотя официальные эти гидрометцентры говорили, что у нас будет бешеное. Не будет бешеное. Снег, мороз, да, осадки. Вот в последнюю неделю декабря может быть маленький снежочек, может быть. А прогноз погоды на 23-й год начнем писать с 7 января. Замечательно. И там что? Так там тогда нужно будет сбросить файлик для заполнения, да? Да, прицепим его просто, да и все. Но он же есть у меня такой, чтобы распечатали. Как и начнем, да, заполнять, да, прицепим файлик. Так что, друзья, кто смотрит, кто составлял вот этот прогноз, который мы объясняли, как он делается, прогноз на год, вот сообщите, совпало или нет. А кто хочет составить себе прогноз на год, очень точный прогноз, который уже неоднократно подтверждался наблюдениями и анализа погодных условий Петровича вот этими всеми расчетами. И в прошлом году мы считали, и все снова совпало. Если хотите поучаствовать в расчетах, в таком эксперименте, как можно посмотреть форточку, и погода совпадает с расчетом, а не так, как смотришь прогноз, а там вообще не совпадает, причем не совпадает на никогда. Да. Подписывайтесь, смотрите расчет, Петрович покажет его еще раз. Очень, да. Там были вопросы, как ты считаешь, там туда-сюда. Да. Нет, так я там прям подойдем ссылочку даже. Отлично. Какое, значит, каждый день, утренняя погода, до обеда, после обеда и вечерняя погода. Вот их записывать 4 раза в сутки нужно записывать. Температуру, влажность. Температуру, влажность, давление, ветер, облачность. Вот такие вещи. Но потом температура, как, конечно, мы вот писали, температура, например, была 19 декабря было плюс 2. Ребята, это крещенские морозы. Ну да. Ну, по идее, крещение, да? Да. У нас было вот это, в январе было плюс 2. Как этого быть не может? Хотя плюс 2 это холодно. До Краснодара это Дубай. Дубак, да. Ну, да, реально. Ну, Петрович, они каждый день сыпятся. Так. И приезжали тут же, из Москвы приезжал там они. Алексей, или как там? С вопросом, да? Да. Ну, что ж. Друзья, очень важное замечание. Мы с Петровичем не занимаемся вот публичной рекламой для реставрации. У нас с ним хватает работы и так. Поэтому не думайте, да, что мы ведем канал для того, чтобы вы присылали свои вещи и говорили, что вот нам нужно отреставрировать. Не-не-не. Нам работы хватает, и реставрируем мы очень-очень дорого и редкие вещи. Поэтому на канале мы показываем советы, рецепты, каким образом можно реставрировать самим дома. То есть вы можете своими руками, пользуясь нашими роликами и советами, если что-то не получится, написать в комментарии, что там не получается, мы подскажем вам в видеоролике очередном. Ну, это ж могу повториться. Я же говорил, что самая сложная работа состоит из набора простейших телодвижений и простейших материалов.
Вот не знаете, а девочки вот там краснодарские приходили, угу. тоже они там, им нравится там мебель реставрировать, там тоже эти свои красивые там фарфорочки там, все получается. Ну опять-таки, если, например, что касательно фарфора, он, ну... Сейчас, вот сейчас, я как раз еще вопрос, где просили скол на фарфоре, заводской, вернее, дефект. Ну, холодная эмалька. Она вот, видишь, вот эта контролька, я не знаю, видно или нет. Видно он, все будет. Да. Он, ну, точно. Единственный вариант то, что оно идеально белого, и бывает так, что бывает вот фарфор, он вот чуть-чуть такой желтинка дает, или чуть-чуть там темненького. Ну, пью потом акварелькой. Вот, Петрович. Да. Видишь, ага. заводской дефект, трещина, там что пытается что-то сделать, да. но у него ничего не получается. Но я думаю, что и не получится. Не получится. В любом случае, даже если вот эту вот эмальку, это... не, вот смотри, фарфор, он разного цвета весь. Да. И какое нужно глазное цветовосприятие иметь для того, чтобы добавить сюда розовинку, голубинку или зеленинку. Да, это невозможно. Либо должен компьютер какой-то со сканером стоять, который считает количество красителя, должно быть какое-то, невозможно по пропорции не в домашних условиях, наверное, сделать, но в производственных я не знаю, как ты себе. Ну, конечно, как ты там, потому что там доля, ну, буквально там 2% разница, и уже все будет либо светлее, либо темнее. Вот белое, вот когда вот чисто белое, это эмалька наша белая, бывает, что вот темная полоска, вот эта стыка, ну, ты ее буквально там пальцами втер, а оно вместо темного черное и белое становится. Да, оно белее, чем любой фарфор. Да. А еще важный момент, я пытался добавлять краситель разный. Ну. Оно светлеет после высыхания, и ты угадать не можешь. Ты вроде подобрал все, приложил там этот образец к фарфорчику, все один в один, прям вот вроде как угадал. Оно либо при другом свете, дневной или искусственный. Ну, знаешь, есть вот такие девочки-перфекционистки. Вот я хочу, чтобы тогда... Ну, говоришь, ну ладно, я тебе сделаю. Зрительно ты не заметишь. Это каким образом? Тогда вот это место, где была трещинка, угу. ты ее прокрываешь акварелькой с темперой и подбираешь так, что фон, все, он слился. Подожди, акварелька, акрилом. Нет, акварелькой ты легче будешь ее Ну, она же сотрется. Ну, правильно. И вот ты прокрываешь, а потом ты делаешь лаком для ногтей. Ну, это... Ну, все равно, Да. И потом говоришь, ну ты знаешь, теперь его мыть нельзя, протирать нельзя. Да, и понеслась. А так оно зрительно, ты будешь видеть, что оно вроде бы целенькое. Ну, мы возвращаемся к тому, что реставрировать фарфор, который не стоит там больше 50 тысяч за фигурку, не имеет смысла, потому что это не добавит стоимости. Дядька, ну сейчас приносили эти ангелочков вот этих немецких, ну что там 3-3,5 да. тысячи стоит, представляешь? Одно платье я хочу, мне это там... Одна точка в Москве стоит 2000 рублей. Да ты чё? Пальчик. Так что имей в виду, Петрович, да, 2000. Серьезно? Да. А мы 3 пальчика сделали, она 1,5 заплатила. Ну вот тебе, пожалуйста. Ну это ж по-братски. Ну по-братски, да. Не, ну это ж свои девочки, с которыми когда-то работали, сейчас они уже ушли. Ну я тебе к тому, что как бы... Вот, ну там, это... конечно, ты знаешь, почему дорого? Потому что они подбирают цвет и... Не-не-не-не-не-не-не. Потому что если ты на отломанный мизинчик... Понимаешь, если ты как бы ты ни делал вот эту массу, лепнину. Он прям отвалится. Да. Поэтому алмазным бурчиком сверлится отверстие в теле, потом, значит, туда вживляется нержавеющая проволочка, а потом штифтик. Только наносится штифтик, да, потом только наносится вот эта синтетическая эмаль. Но ты видишь, все равно они, что ты думаешь, там тоже делают эмалью?
Москва. Или каким-то... Да, видите, вот это эмаль. Вот этим и дело. Да, это да. Только цвет подбирают. Ну, как... Цвет подбирают. Ну, хотя, ты знаешь, можно и синтетику подобрать вот на основе вот этого нашего клея бешеного. Угу. Там, если ты вносишь в него, ну, условно там, скажем, там зубной порошок ввел туда. Угу. Он будет тоже имитировать фарфор. Угу. Ну, цвет уже. Непонятно. Ну, цвет, как... да. Ну, это уже, извините, какой глаз у человека. Кстати, с пастой хороший рецепт, она больше даже на фарфор по цвету похожа. А там еще в чем вариант? Что ты вот, например, когда его в сыром виде, вот то, вот вчерашний вариант с этими пальцами, вот мы подобрали, вот так, ну, все, один в один цвет под бинокуляром. Все, нанесли. Проходит 2 часа, он потемнел. Я тебе о чем и говорю, ну, или светлеет, да. Или темнеет. Светлеет или темнеет, ну да. Вот эмалька, она светлеет, она еще белее становится. Да, да. Я вот мучился там, это, баранчика. Вот почему японцы, они так, они вообще прикалываются. Они склеили и потом еще и обложили этим золотым каким-то вазелином, понимаешь? А, так ты имеешь в виду посуду склеенную? Ну да, посуду. Да, есть там какой-то, да, мода. У японцев там, у них есть отдельный предмет в школе. Называется колористика, Петрович. А? Они различают 1200 и назвать могут. 1200 цветов и оттенков. Ага, ну, понимаешь, да? Назвать. Ну, да, да. Назвать. Назвать, да, да. Какой он там? Совсем белый? Или белая ночь, или белый туман? А, ну да, да. Или мука? Белый-то весь, весь разный белый. Ну да, мокрый асфальт, да. Мокрый асфальт, да. Не, ну это как, знаешь, это же резиночки, вверх по лестнице, ведущей вниз, да? Да, да. Ты смотришь, да не может этого быть. Вот, не может этого быть, все наоборот происходит, ты посмотри. Да, вот это интересно, что оно, и главное, и стекло очистилось. Да. Очень необычная крик. Ну, сейчас здесь тоже стекло. А к стеклу не прилипает. Меня что удивляет, что оно не прилипает к стеклу, ну, когда оно прилипает. А, получается, что эти пузырики... Оно сейчас сядет и начнет бульбами подниматься наверх. Ага. Пузырики смывают со стекла, смотри. Да. Они чистят стекло, пузыри. Но... То есть как-то еще и воздух. Так подожди, а откуда воздух там берется? Не знаю, какой. Удивительная хрень. Не, ну, подожди, когда, например, вода закипает, то от температуры образуются вот эти вот... Ну, тут до кипения еще, ну, далеко, да. Она чуть теплая. Ну, фактически тот же вариант, вот, образуются газовые пузырьки. Угу. Ну, кипение это тоже... Да, да. Ну, выделяться начинает, да. Что-то, какой-то газ. Ну, да. Вода раскладывается на кислород и водород. Ну, не, ну водорода там нет. Это теперь, знаешь, теперь будет это вышлесница. Почему? Ну, так, если будет голову ломать. Да, когда несколько лет назад загорелся, я все перепробовал. Потом продал светильник этот, попросили меня там кого-то, воспоминания из юности. Вот, и вот снова попал ко мне, решил с ним поковыряться и с тобой поделиться, ну, необычностью. Да, да, да. Ты ж никогда не вдавался в такие подробности. Нет, тонкости нет. Ну, что интересно, интересно. Ну, ну понимаешь. Да, что-то там меняется, да. Значит, плотность всплывает, остывает, плотность меняется. Да. Ну, и что оно находится на пределе возле единицы.
0999 и 1 00001. Вот она почти вся села. Ага. Я так еще не делал. Я обычно бутылку нагревал я, без воды. Она когда садилась, потом я воду доливал. А-а-а. Так я первый раз делаю. Ну, оно вот видно, что главное, что этот пузырик идет, и круг, и очистил. Да. Вот оно сейчас пойдет, вот. О, смотри, как это. Да. А вот смотри, вот. Ну, уже вот, вот пузырек. Потом он тогда раз разрывается и. Вот побежал, смотри, вот. Ну, да, да, да. Сейчас пойдет наверх он. Стрелой прямо. Иди. Ну это Маша, видишь, к стеклу прилипшее. Неправильно сделали, надо было эту жидкость сначала нагреть. Ну, так оно по стеклам гулять будет тоже интересно. Ну да. Так отступить, я считаю, что это само клеится. Она клеится, да. Она нагреется, когда начнет отклеиваться. Ладно, а что ты там говорил про это самое подземное сооружение? Это, без камер. Это карболит горячий. Да? Бутылка еще не нагрелась. Ну да. Ну да. А то получается все. Размазали, да, по стеклу. Воду надо дать ей остыть, слить воду. И дайте сесть вот этой жиже. Ну да она сама вот, по-моему, если. Потому что она поднимается по стенкам бутылки, а не в середине. Как ей удобно. Вот для чего, возможно, вот эта спиралька, чтобы заставлять не размазываться по стенкам, а держаться в кучке вокруг спиральки. Вот это точно, что-то от нечего делать. Да, случайно это получилось. Да? Да. Чистят, вот и смотрел, как пузырьки. Пошел и так раз и протиратом. Сейчас сделаем по-другому. Так, подожди. Сейчас. Еще же ты опять это? Перекосила. Саму. Да не, не согнула, она съехала просто. Ничего страшного, пусть стоит, потом ее разберем. Все, и замутнило все сразу. Ага. И вот оно теперь вот так вот будет булькать. Теперь надо ее выключить и дать им осесть. Давай выключим пока. Да, нет, по идее оно должно упасть. Оно ж подниматься будет наоборот.
да? За счет температуры. А-а-а. Видишь? Да. Видишь, там ураган целый идет. А если выключим, он начнет оседать, да? И превратится опять в таблетку. А потом нагреваешь, и оно бульбами всплывает. Ну, бутылка не горячая, еще не нагрелась. Mm-hmm. Ну, вон большие куски поплыли. А поплыли вверх. Да. Не, смотри, у тебя вниз пошел. Вот, смотри, вот пошел. Смотри, какой. А этот вот. Вот, видишь, какой большой. Да. Вот огромный пошел. Ах ты, зараза, ты понял? А, это он нагрелся уже. Да, и по стеклу пополз. А стекло не нагрелось еще. Стекло нагреется, оно не будет прилипать к стеклу. Вон он лезет прям тенью, смотри. Да. Тоже интересно. А кто вот это вот? Тут мозги забивают непонятными вопросами, представляешь? Нет, чтобы заняться полезным делом. Херней всякой занимаются, реально. Взрослые люди, да? Взрослые люди, да, я такой... Шарики, пузырьки какие-то, жирные, рассматриваю. Ну да. Там своя жизнь какая-то кипит. Инопланетное существо. Ну вот. В чем зависимость? Одни пузыри идут вверх, вверх другие пузыри вниз, идут вниз. Да. Как эта зависимость происходит? Вообще непонятно. Видишь? Так главное, те, которые с воздухом идут вниз, да. А те плотные идут вверх. Да, Петрович, вот здесь зазеркалье настоящее. Они и вниз, и вверх идут. Воздух не может вниз идти. Противоречит всем законам физики, блин. Он до какого-то вот дойдет момента. Так и... а вот там внутри тоже, понимаешь, половина идет вверх, половина вниз. Да. Ха. Так, а здесь с этой стороны ползет вверх. Ну да. Нагревается, потому что оно когда перегреется, оно все скопится вверху, жидкость вот эта. И будет... Таблетка он... просто висеть будет вот здесь, когда перегреется. А выключишь, она блин, упала. Ну, пусть нет, она будет капать, потом упадет. И кусочек маленький будет плавать. С воздухом, видимо. А, сижу. Ну да, чтобы... Ну вот, воздушный пузырь, он пошел вверх, потом он остановился и пошел вниз. Что это такое? Угу. Это воздух. Ну да. Он должен выйти на поверхность и лопнуть. Так вот, поэтому люди и медитировали на это дело, что здесь особенно грамотные немножко. Ну, грамотные. Потому что думают, все как, не так. Как же, Шанов, ну как? Это... Мы же в школе проходили, да? Да-да. А тут совсем... И вот он дошел до верха, остановился, дальше не пошел и начинает опускаться вниз. Ты дивишься, скотина. Ага, ага. На. Так это у тебя еще советская лампа? Или, да, или советская. Китайская? Нет, ну какая советская? Ну да. А, да. Радуга. 10 рублей. О-о-о. Там и год стоит. 79-й или 81-й, что-то такое. Так. Что за бубен у тебя там? Где тут у меня?
А, ты его колыхнул, и оно теперь снизу опять, это поперло вверх. Да, елки. Вот когда бутылка нагреется, оно все отлипнет. Спиральку, да. Неправильно. Ну, ничего страшного. Но она же как упала. Сейчас попробуем ее распределить. Там же еще мешает это кусок, который там на дне плавает. Лечь ей спокойно. А тут, это что у нас гетенов? А, водка. Это водка, да? Вот потихоньку начинает опускаться. Сейчас, если выключить, опускаться начнет быстрее. Видишь, сразу процесс быстрее пошел. Ну да, да, да. Мгновенно чик-чик-чик. Вот это да. Да, задачка, Петрович. А ты говоришь, там трещины на фарфоре. Да, да. Так, ну что, не буду я тебя мучить. Да. Оставляю тебе вот эту... Да. Это да, я вместе с бутылкой вдруг химиком. Кто это самое? А эту гашу, пусть стекает. Пойду до Себа, может, у тебя кто там стрельнет, и тогда сделаем в четверти уже такую конкретную лава-лампу. Хорошо, да. А, ты же хотел, чтобы большой такой был, да? Да, из четверти, представляешь, сделать такую. У меня четверть есть. Так и у меня сколько? Ну, представляешь, из нее сделать такой светильник, как прикольно будет. Так позже, где ты ламп? А, несколько лампочек взял. Ну, взял ставатку туда поставил. Тем более, в четверти стекло тоньше, чем здесь. Он быстрее нагреется. Ну, да. Все, давай тогда. Так что все, собираюсь, да? Вот так, зрители, пока не открыли мы рецепт этой лампы, Петрович тоже бессилен, запах знакомый, а что за дрянь такая, не знает. Может, друзья, звонок другу тоже не помог. Может, какие-то друзья придут, подскажут. Да. А если у вас есть, конечно, рецепт, как что же за субстанция, да, вот эта жирная плавает в воде. Будем очень признательны. Ну, космос. Смотри, космос. Петрович, реально? Космос. Так, это же для медитации его использовали. Реально, да? Ну, да. Причем эффект по наблюдениям этих ученых сродни употреблению ЛСД. А, ну да. То есть глюки какие-то там, видишь, вот эти всякие. Ну, что для художников может быть интересная штука. Абстракции рисовать, не повторяющиеся. Да. Ну там вообще еще я ж видел, они цвет еще там были, цветные вот эти. Внутри? Ну да, там. Ну, жидкость где... подкрасьте, будет цветная. А, вообще-то да, точно, да. А здесь же как взяли тремя цветами, покрасили. Где она? Ага. Чернилами с ацетоном. Вот она. Красный. Ага. Зеленые и синие. Чернила разведенные. Зеленые чернила. Видишь, да? Ну да. В ацетоне. И оно. И оно дает три цвета. Называется радуга. Отсвечивает. Преломление идет через. Все. Преломление идет через стекло бутылки, через воду. И кажется, что оно цветное. Да.
От заразы. Да, Петрович. Дурили нас всегда. Да. И кажется, что оно все цветное, а там всего лишь, я же говорю, себестоимость там его. Ага. Ну, рубль от силы. Ну, два пускай сработает, кто делал его. Ну, да. И... Тогда-то же не было краски для лампочек, чтобы она не воняла. Ну, либо специально. Нет, почему? Это цапон-лак. Да ну, кто будет цапон-лак расходовать? Взяли вон, я же говорю, в ацетоне ручку развели и сделали на заводе. Кто-то ноу-хау свое перетащил на завод. Ну, да. Ну, это точно эти умелые ручки. Да, но по всей стране. Они были. Ну, а что, придумали и потом... Распространили, давай, запатентовали, давай авторское свидетельство, выставка какая-нибудь. Ну, да. К съезду 20 какому-нибудь очередному. Да, ты елки-палки. И кто-то запустил. Я говорю, при себестоимости там 2 рубля продавали по 10. И были они в каждом доме. Ну, 10 рублей это очень много. Это очень дорого, да. Дорого, ты что? Но они были в каждом доме. Ну да. Везде идешь по Краснодару. Дару, на каждом... Да, и на окне, стоят, на окне, да, стоит и ночничок такой. Ну, а что пишут, вот ночничок, есть такие, которые нерабочие. Ага. И выцветшая такая коричневого цвета вот эта жижа. Ага. И написано в инструкции, не попадали, чтобы солнечные лучи. То есть ультрафиолет, получается, разлагает. А, этот, может быть, этот, да. Этот жир разлагает каким-то образом. Он же съелки-палки. Ну, руки попробовал-то, да? Мягкий, ну, стал, да, как, да, будто мягкий, крем какой-то. И запах-то. Знакомый. Да. Нет, ну тут действительно, смотри, как картинка такая идет, какие-то. Да. Ну, все время разделяются аргона, на пузыри. Аргона такая. Да. И пузыри идут и вниз, и вверх. Происки империализма. Пум-пум. Хотя нет, это советское изобретение, правильно? Нет? Европейская, американцы, даже не дослушал. Американцы запатентовали. Ага. Так а наши, они в наших стрелях. А наши в Советском Союзе на патенты забили. Ну. И в конце 70-х выпустили без всяких патентов. Ну да. Ну, собственно, патентное дело, это же там на Западе и придумано, чтобы деньги делать. Ну, если да, я чтобы... получу бумажку, то я только я могу делать. Да, я у вас украл идею, бумажку получил, идите нафиг. Да. И вы, если делаете так же, продолжаете, да, то будете мне еще и платить. Деньги платить, да. Так, ну что, все тогда, пошел я. Ну, ладно, все. Да, посмотрел. Да. Озадачил я тебя. Все, теперь будет... Башка работать. Если что, но новости будут, я... Рассказывай. Вазелин, ланолин. Ланолин, да. Вот все пробовал. Глицерин. Глицерин. Не, глицерин, если залить глицерин, и, возможно, ланолин будет плавать. Ты но знаешь, здесь что, не если глицерин. Я думал, что там внутри все-таки глицерин. Но если ты, я вижу, что ты обыкновенная вода. Вода. А, значит, в состав вот этой... Мазуты, может, туда глицерин входил. Запах ты имеешь в виду, похож на глицериновый. Да. Ну, у тебя есть глицерин? Конечно. Давай понюхаем. Не, он ничем не пахнет. Нет. Ничем не пахнет. Не пахнет. Глицерин — это такой чуть-чуть сладковатый запах. Ну, это у меня химически чистый. Это чтобы... Знаешь, иногда... Что? Ну, иногда, знаешь, сушит же, когда со щелочью работаешь там. Глицерином спасаешься? Ну, да. Ё-моё. Что такое? Пробку сорвал. Саша. А где ты взял? Вот бутылки от моей.
Подойдет? Не знаю. Оно? Не. Давай обратно. Ну что, ребята, сегодня у нас получилось без каких-то уникальных картинок. Поставлено очень много вопросов, ответов нет никаких. Значит, до следующих встреч. Подписывайтесь на канал, впереди ждет много интересных историй и захватывающих сюжетов из жизни антикварного ареала и нас, его обитателей. Да. Все, выключаем? Да.